Thank you.
عشان ما تبقى تركي جاي بعد كي جاي غورب من عندي هاري كريشنا спасибо вам всем что вы этим утром пришли сюда это нелегкий выбор многие еще спят в это время 8:14 Кто-то на работу едет, а кто-то вот делает такой выбор. Спасибо большое. Мы постараемся сегодня что-то узнать чуть больше, может быть, о трансцендентной действительности и о тех трансценденталистах, которые ее несут в себе. И постараемся немножко это обсудить. Сегодня у нас... О, текст уже есть. Сегодня у нас 29-й текст 13-й главы первой песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Дритараштра покидает свой дом». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Эвам раджа видурена нуджена. Evam raja vidurina nujena. Evam raja vidurina nujena. Pragya chakshur dabhishta dabhita. Pragya chakshur bodhita ajamidha. Pragya chakshur bodhita ajamidha. Pragya chakshur bodhita ajamidha. Chitva svishu sneha pashandradhimno. Chitva svishu sneha pashandradhimno. Chitva svishu sneha pashandradhimno. Нишчакрама братри нишчакрама братри сандаршитадхва нишчакрама братри сандаршитадхва Evam raja vidurena nujena. Evam raja vidurena nujena. Pragya chakshur bodhita ajamidha. Pragya chakshur bodhita ajamidha. Chitva svishu sneha pashandradhimno. Нишчакрама пратир сандаршитадхва. Нишчакрама пратир сандаршитадхва. Эвам рагья видурин
Vidurina Nuđena. Evam Vrađa Vidurina Nuđena. Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha. Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha. Chitva Sveshu Sneha Pashandra Dhimno. Chitva Sveshu Sneha Pashandra Dhimno. Nishchakrama Bhratri Sandarshitatva. Nishchakrama Bhratri Sandarshitatva. Evam Raja Vidurina Nujena. Evam Raja Vidurina Nujena. Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha. Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha. Chitva Sveshu Sneha Pashandra Dhimno. Chitva Sveshu Sneha Pashandra Dhimno. Krama Brahtri Sandarshitatva. Nishcha Krama Brahtri Sandarshitatva. Evam Raja Vidurina Nujena. Evam Raja Vidurina Nujena. Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha. Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha. Chitva Sveshu Sneha Pashandra Dhimno. Chitva Sveshu Sneha Pashandra Dhimno. Nishchakrama Bhratri Sandarshitatva. Nishchakrama Bhratri Sandarshitatva. Mataji? Evam Raja Vidurina Nujena. Evam Raja Vidurina Nujena. Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha. Pragya Chakshur Bodhita Ajamidha. Chitva Sveshu Sneha Pashandra Dhimno. Chitva Sveshu Sneha Pashandra Dhimno. Nishchakrama Bhratri Sandarshitatva. Nishchakrama Bhratri Sandarshitatva. Evam. Таким образом. Раджа. Царь. Дхритарашта. Видурена Ануджена. Своего младшего брата Видуры. Прагья. Интроспективное знание. Чакшу. Глаза. Бодхита. Поняв. Аджамидха. Дхритараштра. Потомок Аджамидхи. Чхитва. Порвав. Свешу. С родственниками. Снеха Пашан. Прочную сеть привязанностей. Дратхимнага. Благодаря твердости. Нишчакрама. Вышел. Бхратри. Своим братом. Сандаршита. Направленный. Адхва. На путь освобождения. Так Махараджа Дхритарашта, потомок рода Аджамидхи, переубежденный под влиянием интроспективного знания праджны, с непоколебимой решимостью тотчас же разорвал прочную сеть семейных привязанностей и покинул дом, чтобы встать на путь освобождения, указанный ему младшим братом Видурой. Комментарий о божественной милости от Чхакрабарти Свами Шрила Прабхупады. Господь Шри Чайтанья Махапрабху, великий проповедник принципов Шримад Бхагаватам, подчеркивал важность общения с саду, чистым преданным Господа. Он говорил, что даже один миг общения с чистым преданным может привести человека к совершенству. Нам не стыдно признаться, что на своем опыте, что мы на своем опыте убедились в этом.
Если бы по воле его божественной милости Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи не было нашей первой встречи с ним, которая длилась всего несколько минут, мы никогда не смогли бы взять на себя такой титанический труд, как перевод Шримад Бхагаватам на английский язык. Не встрети я с ним в тот счастливый момент, возможно, я стал бы крупным промышленным магнатом, но наверняка не смог бы идти путем освобождения и заниматься реальным служением Господу, следуя указаниям Его божественной милости. В этом стихе приводится еще один практический пример подобного воздействия, которое оказало на Дхритараштру общение с Видурой. Махараджа Дхритараштра был по рукам и ногам связан путами материальных привязанностей в политике, экономике и семейных отношениях и делал все, что было в его силах, чтобы добиться так называемого успеха в осуществлении намеченных им планов. Но во всех своих материальных делах от начала и до конца он потерпел крах. И все же, несмотря на свою неудавшуюся жизнь, он достиг величайшего успеха в самосознании благодаря действенным наставлениям одного из чистых преданных Господа, который был олицетворением качеств саду. Поэтому в Писании говорится, что следует общаться только с саду, отвергая все иные виды общения. И тогда у человека появится прекрасная возможность слушать саду, которые способны разорвать оковы его иллюзорной привязанности к материальному миру. То, что материальный мир является великой иллюзией – факт, так как на первый взгляд в нем все кажется ощутимой реальностью, но в следующий момент исчезает, как пена морского прибоя или облако в небе. Облако в небе, несомненно, кажется реальным, потому что из него льется дождь, благодаря чему на какое-то время все вокруг покрывается зеленью. Но в конечном счете в свой срок все исчезает – и облако, и дождь, и зеленая растительность. Но небо со всем многообразием его светил остается вечно. Аналогично этому абсолютная истина, которую сравнивают с небом, существует вечно, а не порочная, подобное облаку иллюзия, приходит и уходит. Глупых живых существ привлекает это непостоянное облако, а разумных людей – вечное небо, со всем его разнообразием. Шопропада ки чай. Омагьяна тимирандася гьянанджана шалакая Чакшурун милитам йена тасмай Шри Гураве намаха Шри Чайтанья манобхиштам стапитам йена бутале Сваям рупа кадамахьям дадати свападантикам Вандехам Шри Гуру Шри Юта падакамалам Шри Гурун вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатхан Витам Там Садживам Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витамшча Хе Кришна, Каруна Синду, Дина Банду, Джагат Пате, Гопиша, Гопика Канта, Рада Канта Намостуте, Тапта Канчана Гауранге, Радхе Вринда Ванишвари, Вришабхану Суте Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча калпа тарубьяща, крипа синду пьевача, патитанам паване пьё, вайшнаве пьё намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo. Дорогие преданные, я хотел попросить у вас благословений, чтобы я смог хоть что-то донести здесь из этого послания, из этой замечательной Малапураны. Отлично. В нашей сегодняшней беседе я постараюсь опираться на комментарии Шилпрупады, на какие-то, может быть, истории из читания Чаритамриты и лекции Бхактивидьяны Госвами Махараджа на тему именно этого стиха. Итак, Махараджа Дритараштра, потомок рода Аджамитхи, переубежденный под влиянием интроспективного знания праджны, с непоколебимой решимостью тотчас же разорвал прочную сеть семейных привязанностей и покинул дом, чтобы встать на путь освобождения, указанный ему младшим братом Видурой. Дритараштра очень необычная личность и очень яркая личность в повествовании Шримад Бхагаватам. Дрита обозначает очень крепкая привязанность, а раштра обозначает земля. И мы можем видеть, что Дритараштра всю свою жизнь был очень сильно привязан. И он был очень сильно привязан, больше всего был привязан к власти. Всегда всю свою жизнь он стремился к власти, но поскольку имел некий изъян, слепоту, у него было множество препятствий на этом пути. И была такая история, когда Драупади Дурьотхане сказала, что у слепого отца слепой сын. Это было на Раджасури Яге, когда Дритараштра, обиженный и рассерженный, уходил с этой яги и перепутал иллюзорный бассейн с настоящим и упал в него. И тогда все смеялись, и Дропади, когда смеялась, тоже сказала такую фразу. Из-за этой фразы, по сути, произошла вся битва. Из-за этой фразы были уничтожены миллионы людей. Миллионы кшатриев, брахманов. Вся земля фактически была в погребальных кострах. И Бхактивидьяна Госвами Махарадж говорит: будьте осторожны со словами, когда над кем-то собираетесь посмеяться. Вот, но о чем говорит нам эта фраза? О том, что тот, кто привязан к чему-то в этом мире, к временному, обречен быть слепым. То есть, по сути, давайте заглянем немножко вглубь себя, у кого есть какие-то привязанности в этом мире. Это значит, что в той или иной степени мы слепы. И описывается, что наши привязанности, то есть мы ведем себя, пример такой приводится, его приводит Прохлада Махараджа,
когда дает наставление своим друзьям-демонам, пятилетний мальчик, святой в племени нечестивцев. Он приводит пример шелкопряда, гусеницы шелкопряда. И гусеница шелкопряда, она что делает? Она берет очень крепкую нить. Так по природе вышло, что у нее очень крепкая нить, и она вокруг себя ее выстилает, выстилает, пытаясь сделать себе удобный кокон, чтобы там было удобно, безопасно, комфортно. Ничего не напоминает? Мы чего себе в жизни хотим? То есть для чего мы, в принципе, работаем? Ну, обычный человек, для чего он трудится? Он хочет каких-то комфортных условий. Он думает, вот, вот эта работа сейчас даст мне стабильность. Я буду защищен. И одной нитью так себе выстилает что-то в своей жизни. Это... не знаю, там, супруга, супруг даст мне определенную надежность и еще одна нить. И так мы окутываем, окутываем себя нитями кармы. И чем качественней наша карма, чем лучше она, так называемая лучше, тем сложнее ее порвать. Почти невозможно. Мы можем обратить внимание на то, что сильные мира этого, те, у которых все хорошо с кармой, они практически не хотят общаться даже с преданными. Они относятся к этому высокомерно. Они не хотят принимать то, что есть Бог. Более того, даже у них выстроена целая наука о том, что Бога нет. Как появилась эта вселенная? Мы были на Бхагаватам в эту субботу в ашраме. И там как раз на эту тему был разговор, что они берут, говорят, вот есть какая-то точка, и из нее появляется Вселенная. Но точка – это математическая условность. Такого понятия в мире вообще не существует, как точка. То есть точка – это подразумевается нечто, что не имеет никакой длины и ширины. Но даже если мы какую-то точку нарисуем, у нее будет какая-то длина и ширина, даже там атом и минимальные частицы, они имеют какие-то размеры. Точка – это математическая условность. То есть, по сути, объясняется, что было ничего, и из этого ничего вдруг появилось что-то. Мы не будем сейчас в это глубоко погружаться. Но, тем не менее, так или иначе, мы окутываем себя неким коконом кармы. И разорвать этот кокон самостоятельно практически невозможно. Это какие-то сверхусилия. Патанджали утверждает, что что такое на самом деле просветление, что такое на самом деле осознание себя. Он говорит о том, что это не какой-то процесс там бездействия и умиротворения. Он говорит, это что-то сравни тому, как зверь вырывается наружу. То есть можно представить, он рвет этот кокон и вырывается наружу. Мы знаем, есть три метода, которые описываются. Освобождение из этого мира. Первый метод, они описываются в «Нектаре наставлений», первым же стихом. И первый метод – это искупление грехов. И мы знаем, что он не действует сейчас. То есть невозможно это купание слона. Второй метод – это мистическая йога. Она действует, но она очень сложная. И для Кали-юги практически невозможна. Ее как раз и описывает Патанджали Муни. И третий метод – это задействовать все свои чувства в служении Господу. Но это возможно только по милости свыше. Только когда
мы повстречаем на своем пути чистого преданного. Это большая удача и беспричинная милость, которую Господь в этот век раздает неограниченно. И нам, конечно же, нужна квалификация, чтобы взять эту милость. Какая-то малейшая квалификация, хотя бы мы должны этого хотеть, мы должны внимать этому смиренно. Давайте на секунду задумаемся вообще о положении Дхритараштры. Ведь он за свою жизнь, ну, давайте вот просто вдуматься, он лично видел Кришну. Более того, он не только его видел, он имел с ним непосредственное общение. И тем не менее, он не отказался от своих материалистичных планов. Тем не менее, он не стал вдруг чистым преданным. Мы иногда можем думать, о, сейчас мы, вот Кришна, приди ко мне, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, Кришна, приди. И мы думаем, сейчас Кришна появится, мы на него посмотрим, и сразу все идеально чистые. Но пример Дхритараштры показывает, что он его видел и не один раз. Он общался с ним. Более того, Кришна к ним приходил даже с просьбами. И ничего. Но эта история, вот, которую мы читаем, она показывает, что на самом деле может менять сердце. И меняет сердце садху. Истинный представитель Кришны, который приходит в этот мир. И что же на самом деле меняет сердце? Мы здесь находимся только благодаря тому, что на Запад приехал садху, истинный представитель. Я хотел зачитать письмо Шрилы Прабхупады. Комментарий Шрила Прабхупада уже говорил о своей благодарности той короткой встрече с Бхактисиддханта Сарасвати Такуром Прабхупадой, благодаря которой он описывает это состояние, что он говорит, я за эти несколько коротких мгновений был разбит в дребезги. От меня ничего не осталось. Но какое это сладкое ощущение. Это, говорит, ощущение более сладкое было, чем любая победа. Потому что я, говорит, осознал, что есть человек, который может меня спасти и вывести отсюда. Это самое сладкое ощущение в моей жизни. Есть письмо, которое Шрила Прабхупада написал, когда оставил этот мир Кешава, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Это Махарадж, который давал посвящение в саньясу Шрилы Прабхупаде. Я возьму только отрывок, который касается именно нашей сегодняшней лекции. Итак, Шрила Прабхупада пишет. Шрила Кешава Махарадж проявлял ко мне великое сострадание. Он проявил ко мне великое сострадание, сделав меня саньяси. Раньше я поклялся, что никогда не приму саньясу, но Шрила Махарадж насильно дал мне ее. Сейчас он, несомненно, был бы очень рад видеть успех моей проповеди. В прошлом году я посетил его в Калькутте, придя к нему вместе со своими учениками. И несмотря на то, что он болел и был прикован к постели, он с большой радостью принял нас. Я совершенно уверен, и когда он был в этом мире, и сейчас, когда он ушел, он должно быть очень доволен, видя мою широкую проповедь послания Шримана Махапрабху в западных странах, таких как Америка, Канада, Англия, Германия и Гавайи, которые находятся в Тихом океане, а также в таких восточных странах, как Япония и другие. Я был упорным грехометхой,
чьи мысли полностью погружены в домашние дела. Шрила Прабхупада Сарасвати Такур время от времени приходил ко мне во сне и просил меня оставить семейную жизнь и пойти с ним. Такие сны пугали меня и внушали мне мысль о том, что мне все же придется принять саньясу. У меня не было никакого желания принимать ее, но благодаря повторным и настоятельным просьбам Шрипад Нараяны Махараджа, Шрила Кешава Махарадж проявил безграничную милость к этому нежелающему и слепому человеку, насильно посвятив меня в саньясу. Мне кажется, что желание Шрилы Прабхупады Сарасвати Такура передалось в его сердце, и таким образом я все-таки получил посвящение в саньясу. Поэтому я навечно останусь в долгу перед Шрилой Кешавой Махарадж. Харе Кришна. Итак, этот стих по большому счету повествует нам о нашем положении и о величии саду. Потому что если в нашей жизни не появится саду, то фактически у нас нет возможности вырваться из того кокона, который мы прочно себе плетем. Очень уж сильно мы стараемся на этом пути. Вот. И здесь следует сказать о уровнях саду. Поскольку саду бывают разные, мы должны это учитывать. Шрила Джива Госвами описывает, что бывают саду. Саду можно называть даже тех, кто и нужно считать саду, тех, кто имеет очень сильное желание познать Кришну и прийти к Нему, обрести любовь к Нему. Даже несмотря на то, что он совершает какие-то неприглядные поступки и обладает всеми дурными качествами, его следует считать саду. И такой саду, он называется дурачарья саду. И также Шрила Джива Госвами утверждает, что если человек хочет проповедовать, то он должен обрести все качества саду. То есть мы принимаем слушание, то есть разрывают эти коконы наши, эти цепи, те саду, которые обретают все качества саду. И эти качества саду Кришна описывает в Бхагавадгите. Он говорит, что саду – это тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам, кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго, кто остается невозмутимым и в радости, и в горе, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто обуздал чувства и сосредоточил на мне свой ум и разум и с решимостью отдал себя преданному служению. Такой человек очень дорог мне. Здесь описываются все качества саду. И как вы считаете, какое самое главное качество саду? Преданность Кришне? В чем она выражается? Да, 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 хорошо. Но сострадание, да. Преданность Кришне Шрилы Прабхупады выразилась в огромном сострадании ко всем обусловленным падшим душам. И Шрила Прабхупада говорит, что мы должны стать в этом плане, то есть мы должны стать саду, и мы должны стать такими саду, как Нарада Муни. И он приводит одну историю, которую описывает сам Шри Чайтанья Махапрабху. Он рассказывает, как однажды Нарада Муни шел по лесу. И вдруг он увидел, как в агонии и в жутких болях корчится олень. Чуть дальше пройдя, он увидел в такой же ситуации вепрь, потом заяц.
И это заставило его свернуть с его пути и углубиться в лес, чтобы увидеть, что на самом деле там происходит. И он увидел там охотника, который стоял и уже целился в другую свою жертву. И в этот момент Нарада Муни закричал: «Эй, охотник!» И его жертва бежала. И описывается, что в этот момент этот охотник, он преисполнился сильного-сильного желания сказать Нарада Муни все, что он о нем думает. Все самые-самые дурные слова появились у него в уме, и он уже было вознамерился и повернулся к нему, но описывается, что от Нарада Муни исходило такое благоговейное сияние, и всем своим видом он был таков, что эти слова, они просто как застряли в горле у охотника, и единственное, что он смог сказать, глядя на него, он сказал: «О, великий человек, что заставило тебя свернуть с протоптанной тропы и прийти сюда?» Сам вид саду, он уже меняет наше сердце. И Нарада Муни стал ему объяснять, что его заставило свернуть. И пока он ему рассказывал, просто его присутствие, его какие-то жесты, его вид, он уже смягчил сердце охотника. Охотник, ну так, не очень мягкосердечный был. Он всегда убивал так своих жертв, своих животных, в которых целился, наполовину. Вот. И потом Нарада Муни сказал: «У меня есть одно пожелание к тебе, всего одна просьба». И поскольку охотник уже был расположен к нему, он говорит: «Да, да, любая, любая просьба, все, что хочешь. Хочешь шкуры? У меня много-много-много шкур. Я знаю, что подвижники иногда медитируют на то, чтобы у них была шкура. Ну, чтобы сделать набедренную повязку, там, вы же отшельники. Хочешь львиную? Есть тигриная? Какую хочешь вообще шкуру? Даже если нету, я сделаю, достану». Но Нарада Муни сказал: «Нет, мне не нужна шкура, спасибо. У меня одна просьба. Если уж ты убиваешь животных, убивай их, пожалуйста, сразу до конца». И в этот момент охотник очень возмутился. Его звали Мригари. Он говорит: «Я Мригари. У нас целая парампара. Мой отец убивал не до конца. Дед убивал не до конца, прадед убивал не до конца. Как я могу убивать до конца?» И тогда Нарада Муни сказал, что: «Понимаешь, ты охотник, и то, что ты убиваешь животных, это не такая проблема. Ну, это не очень плохая, ну, как бы плохая, конечно, карма, но не очень сильно плохая для тебя карма. Не очень много ее, поскольку это твое занятие, твоя дхарма. Но то, что они получают такие мучения, дело в том, что все эти мучения потом вернутся тебе. И я прошу не для себя, я прошу для тебя. Пожалуйста, убивай их до конца». И эти слова настолько глубоко и настолько сильно это сострадание тронуло охотника, что он в итоге очистился и стал преданным, он перестал вообще убивать животных. И иногда мы можем слышать, что ачарьи, что святые, они могут очень грубо что-то говорить. Тут не так давно люди обиделись немножко на Шрилу Прабхупаду и подали в суд на Бхагавадгиту. На самом деле на Шрилу Прабхупаду они обиделись. Там Шрила Прабхупада просто говорил, что: «Да как собаки живете? Как кошки и собаки.
Вы мудхи, ослы. Но что на самом деле за этим стоит? Мы можем в какой-то момент неправильно это понять. Мы можем подумать, что вот, ну, мы теперь как саду должны начать править других. У вайшнавов есть даже такое понятие, там, я там подрезал ему ложничок, да? Но чем же на самом деле правит саду? Словами ли? Саду правит своим состраданием. Именно своим глубоким состраданием он обрезает наши привязанности. Я расскажу вам историю, которую рассказал Шачинандана Махарадж. Он когда-то был молодым бхактой, еще даже не брахмачари, жил в храме. Он рассказал, что был очень сложный период, когда ему постоянно там присылал письма дедушка. Он уже был на исходе лет и вот-вот должен был оставить тело, и он хотел, чтобы он к нему приехал, чтобы дать ему последнее наставление, и в частности сказать, чтобы он перестал заниматься ерундой под названием сознание Кришны. Также в этот момент ему каждый день кто-то из друзей приходил и пытался его убедить, так или иначе, или звонил, или приходил и пытался убедить, что с ними ему будет лучше. Постоянно родители его звали. В этот период еще вернулась его девушка, с которой у него были хорошие отношения, и она тоже ему предлагала вернуться. И, в общем, всего так много-много-много накопилось. И в то же время руководитель храма занимал его трансцендентным служением каждый день. Каждый день он мыл туалеты. Он описывал, что он никогда этого не делал даже для себя. А тут он в храме каждый день должен был мыть туалет. И у него была перспектива. Там, дедушка, семья, родственники, друзья, которые же зовут его ежедневно и пророчат интересную, насыщенную жизнь. И с другой стороны, трансцендентное деяние и перспектива мыть туалеты до конца своих дней. И он описывает, что он не ушел в тот момент только потому, что очень уж сильно на него повлиял Шрила Прабхупада. Очень глубокое впечатление у него было в сердце, и он не мог просто так уйти. Но поскольку это все долго продолжалось, он решил для себя уличить в противоречиях Шрила Прабхупаду, и тогда можно уйти. Он придумал самый каверзный вопрос. Прям постарался. И в какой-то момент, когда Шрила Прабхупада закончил давать лекцию, он с решимостью поднял руку и задал свой вопрос. Он спросил: «Шрила Прабхупада, вот вы утверждаете, что Кришна создал этот мир?» «Да, верно. А также Кришна всеблагой, лучший друг всех живых существ?» «Да, это так». И он тогда спросил, говорит: «А почему же тогда Кришна создал Майю?» Но Шрила Прабхупада не очень понял его вопрос. Он обратился к преданному, который был рядом с ним, и говорит: «Простите, что он спросил?» А у него был акцент еще такой немецкий, не очень понятный. Этот преданный тоже не понял. В итоге они несколько раз переспросили, ему несколько раз пришлось задать один и тот же вопрос. «Почему же Кришна создал Майю? Почему Кришна создал Майю?» И когда Шрила Прабхупада понял его вопрос, он посмотрел на него очень внимательно и сказал: «Ты создал Майю». И все преданные, он говорит, начали смеяться. И только я один плакал. Я не понял тогда, что сказал мне Шрила Прабхупада. Это описывает Шачинандана Махараджа.
Потому что я еще не успел ничего создать, а тут Шрила Прабхупада утверждает, что я создал Майю. Но главное, что я смог понять в тот момент, что я сам виновен во всех моих бедах. Что это я причина их. Что я их создаю из раза в раз. И он говорит, что в тот момент у меня появилась мысль впервые в жизни постричься наголо. Он говорит, у меня были очень красивые волосы, длинные. И это была самая сильная привязанность в моей жизни, мои волосы. И я почувствовал, что Шрила Прабхупада в тот момент просто перерезал ее. И все смеялись, а он плакал. Мы знаем, какой это сейчас Махарадж. И на самом деле саду режет наши привязанности, наши коконы, кармы, которые мы сплетаем своим состраданием к нам. И Видура пришел на самом деле в Хастинапур только ради того, чтобы поговорить с Дритараштрой. Его замечательно встретили, до этого вы читали, ходили здесь каждый день. Его прекрасно встретили, попросили остаться на какое-то время, но говорится, что истинной его целью был разговор с Махараджей Дритараштрой. Вот. И Видура знал, что Дритараштре мало сказать, там, как твои дела, все ли в порядке. Ну, хорошо, отлично, что это не подействует, что для него нужен тяжелый подход. И ни много, ни мало он ему сказал такие вещи, что он говорит, ты живешь здесь как собака. Тебе приносит остатки пищи пхима. Ты забыл, кто такой пхима? Пхима убил все твои 100 сыновей. Больше того, он любимого твоего сына не просто убил, а зверски убил. Он раздробил ему бедро и оставил его умирать на поле битвы. Шакалы к нему подбегали и отрывали куски плоти еще у живого Дурьотханы. И пхима приносит тебе объедки. Это в нынешнем обществе, может быть, ну, как бы к собакам очень хорошо относятся, и многие за такое сравнение, может, будут благодарны. Но в ведическом обществе сравнить кого-то с собакой, это было, ну, очень сильно. Больше того, надо понять, кто это говорит. Это говорит младший брат старшему. То есть он применяет максимально тяжелую артиллерию, чтобы описать положение, в котором сейчас находится Дритараштра. Он говорит, посмотри, у тебя уже седые волосы, ты стал тук на ухо, у тебя уже не то тело, и лучше бы тебе сейчас совершить этот поступок, уйти в лес и встретить достойно, да, очиститься и отправиться к Богу, чем ждать, пока твое тело уже будет на это вообще не способно. И таким образом мы можем видеть, что задача саду – это резать наши привязанности. И для того, чтобы это сделать, если нужно, саду будет просить, умолять. Если нужно, саду будет критиковать. Если нужно, саду будет очень грубые и резкие вещи говорить. Саду будет делать все, что угодно для того, чтобы обрезать наши привязанности. Господь Нитинанда, чтобы выполнить наставление Господа Чайтани, ходил от дома к дому. И когда стучался в двери, ему открывали. Знаете, что он делал? Он падал в ноги, хватал за ноги и умолял, пожалуйста, повторяйте святые имена.
примите этот путь. Он просто просил. И это саду. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы все в итоге стали такими саду, сострадательными. Чтобы мы в итоге проповедовали это абсолютное знание. Делали это, как Нарада Муни. Поскольку просто словами, без сострадания, не обрезать привязанности к материи. Саду сравнивают еще, бывает, с философским камнем. Может быть, слышали такое сравнение? Философский камень, у него какая способность, кто знает? Да, он металл превращает в золото. То есть металл, к которому дотронется, он превращается в золото. Но давал лекцию Рада Говинда Махарадж, и он сказал, что на самом деле такое сравнение – это оскорбление для саду. Что делает философский камень? Всего лишь превращает один металл в другой. Но он не может, прикоснувшись к металлу, превратить его в еще один философский камень. А саду это делает. Саду, соприкасаясь с другими, превращает других в саду. И на самом деле такое сравнение, оно даже принижает уровень саду. Поэтому, конечно, мы должны стремиться каждый раз, когда приезжают к нам в саду, когда проходят какие-то большие фестивали, ехать туда лично. Конечно, сейчас много лекций можно слушать часами саду, и определенный уровень сострадания саду передается через это. Мы получаем абсолютное знание, но очень важно еще лично видеть саду, лично общаться с ним, потому что иногда какой-то небольшой мимический жест выражает настолько все сострадание саду к нам, что мы готовы поменять свое сердце моментально. Больше того, в Писании, в Шримад-Бхагаватам, есть стих, который описывает саду таким образом, что как только человек получает освобождение, к нему приходит саду. И казалось бы, ну какая-то непонятная вещь, потому что человек-то и получает освобождение, потому что приходит саду. Но ачарьи описывают, что это такой специальный поэтический прием, который используется для того, чтобы усилить значение чего бы то ни было. То есть это обозначает, этот прием используется и обозначает, что все настолько мгновенно и одновременно происходит, что можно даже одно поставить вперед другого. Что общение с саду может мгновенно разорвать наши привязанности к этому миру. Итак, Махараджа Дхритараштра, получив общение со своим младшим братом, святым Видурой, который отсутствовал 38 лет, да? Или 37 лет, и пришел специально для того, чтобы дать милость абсолютного знания своему брату Дхритараштре. И Дхритараштра в итоге покидает дом, и спустя 5 дней сгорает в огне всеочищающего трансцендентного знания. Туда же входит в эту хижину, когда она загорается вместе с Дхритараштрой, туда же входит его святая супруга Гандхари. Грантарад, Шримад Бхагаватам Ки, Джай. Может, какие-то вопросы, дополнения, исправления? Вот, тем не менее, несмотря на то, что Дхритараштра, он такой материалистичный по сюжету Бхагавата, Махабхараты, личность, привязанная очень к власти, к сыновьям своим. Тем не менее,
эта личность одна из трех. То есть типа, наряду с Санджая Арджуной услышала Бхагавад-гиту от Господа Кришны. Вот в чем заключается милость вот, Господа в отношении Дхритарашты? И была ли эта милость? Как это можно понять? То, что он услышал Бхагавад-гиту? Да, вот одним из трех. Непосредственно. Mm-hmm. Если говорить, в чем заключается милость Кришны по отношению к Дхритараштре, это как раз в том, что Видура к нему пришел. Потому что Бхагавад-гиту сейчас тоже многие читают, многие слышат, но не все принимают и не все следуют. В самой Бхагавад-гите Кришна описывает четыре вида людей, которые примут, и четыре, которые нет. Но когда приходит святой, и этот святой исполнен сострадание к нам, то можно сказать, что тут без вариантов. Можно вспомнить много историй, такие как Джагай, Мадхай. Не было грехов, которые они не совершили. Но, тем не менее, они получили милость Господа Читания. И не потому, что сам Господь Читания хотел им дать эту милость, а потому, что слуги Господа Читания захотели дать им эту милость. В конечном счете, милость дает сам Господь. Но дает Он ее потому, что этого хотят Его преданные. Когда пути объясняли, которые очищали, третий путь, вот хотелось бы чуть-чуть расширить. Вот исполнение дхармы, оно само по себе не разрушает кокон, вот, который мы плетем. Ну, вот как, ну, скажем, не дхарму, может, а вот, на работу человек ходит согласно своей природе. Mm-hmm. Вот, это не является вот, разрушением этого кокона. Без как бы, какого-то, ну, как, если вот садку тебе не сказал, иди на работу. Само по себе выполнение дхармы является ли это, это разрушением это... цепи кармической деятельности? Нужно какое-то особое благословение получить вот, ну, преданного, чтобы ходить на работу. Но, как бы, не в этом суть. Сейчас я хочу открыть просто тексты Шримад Бхагаватам прочитать. А если это является созданием кокона, зачем на нее ходить? Дело в том, что будем мы ходить на работу или будем сидеть дома, поскольку мы без садху не имеем понятия о трансцендентной деятельности, мы так или иначе будем плести себе кокон кармической деятельности. И наш путь, который описывает Шрила Прабхупада и который он принес нам, это задействовать все в служении Кришне. Преданный, когда ходит на работу, он в принципе уже не ходит туда за деньгами, как таковыми, или еще за чем-то, за славой и почетом. Очень интересный момент. Он ходит туда, как служение Кришне. Вот первый человек, который мне так сказал. Все обычно говорят, что вот мы работы вот, ложим в коробочку, и таким образом получается, что задействуем Кришну. Вот никто не сказал, что ходит для Кришны на работу. Кришна описывает несколько уровней в Бхагавад-гите, уровней преданных. Он говорит, что есть преданные уровни Уттама-адхикари. Сейчас давайте сначала прочитаем текст из Шримад-Бхагаватам, потом вернемся к Бхагавад-гите, чтобы понятно стало. Шримад-Бхагаватам, первая песня, вторая глава, восьмой текст. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд,
если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. Дальше мы перейдем к Бхагавад-гите. Сейчас, секунду, быстро не получается. Не помните уровни преданных, где описано в Дарасимхаджи? 12. 12 8, с 8. Итак, первый уровень преданных, которых описывает Господь. Говорит, сосредоточь свой ум на мне, верховной личности Бога. Направь на меня весь свой разум, так ты будешь всегда жить во мне. И в этом не может быть никаких сомнений. Какой уровень это он описывает? Это уттама-дхикари, которые уже с рождения все время думают о Кришне. То есть они его никогда не забывали. И для них это естественный внутренний процесс. Дальше Кришна продолжает. «О, Арджуна, завоеватель богатств, если же ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня». То есть, по сути, о чем говорит Кришна? Занимайся садхана-бхакти, стань моим садхакой, то есть тем, кто непрерывно совершает действия для того, чтобы достичь уровня уттама-дхикари. И здесь он обещает, что так ты разовьешь в себе желание достичь меня. То есть для чего нужна садхана? Чтобы развить в себе желание достичь Кришны. Дальше, следующий текст. «Если же ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо, служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства». То есть мы понимаем, да, то есть круги совсем уттама-дхикари, потом те, кто садхана-бхакти, садхаки, потом те, кто просто трудится для Кришны. То есть совершают какие-то действия, но посвящают их полностью Кришне. Ходят на работу не для себя, не для там, еще чего-то, а для Кришны. То есть не для того, чтобы удовлетворить начальника, а для того, чтобы удовлетворить Кришну. А выполняют это разные вещи, это не одно и то же. Потому что, например, ну вот семья, чтобы понятнее было. И у преданного нет обязанностей перед женой. Но у него есть обязанности перед Кришной хорошо выполнять свой долг перед женой. Этим принимающим служение является жена. Если она скажет, извини, дорогой, как Кришна тобой будет доволен, если вот ты такие вещи делаешь? Есть большая разница. У меня есть маленький пример. Я когда только начал изучать это знание, я любил готовить. И готовил для супруги какие-то там блюда ведические, начал готовить. И вот готовлю, какие-то из них занимали полдня. Я готовил, и ей там какая-то специя не нравится или еще что-то. И меня это так расстраивало, знаете. Но когда в какой-то момент я начал готовить это для Кришны, предлагать ему и потом супруге, по сути, ничего не изменилось внешне. Продолжалось все то же самое. Но когда супруге что-то не нравилось, мне было очень как-то спокойно и легко, потому что я это готовил для Кришны. Понимаете? Когда у меня на работе что-то происходит, когда меня там увольняют, или какой-то кризис, или еще что-то, я понимаю, что в этом план Кришны. И я здесь работаю для Него, я просто Его слуга. Хорошо, Кришна, хочешь ты, чтобы в таких условиях, я в таких. Хочешь так, пожалуйста. Уттама-дхикари, то есть подразумевается, что вы уже знаете Кришну. Немножко не так. Ну-ка.
Ну. Кришна не знаешь, вот как бы, а видишь его только в храме. Ну, конечно, то ты не можешь работать, вот как бы. Дальше. Тогда мы читаем дальше стихи. Итак, Кришна уже утвердил, что если же ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства. То есть Кришна обещает, что если мы трудимся для него, мы тоже достигнем совершенства. Следующий уровень. Он говорит, что если же тебе не под силу трудиться во имя меня, то есть не знаешь как, не понимаешь или по какой-то еще причине, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе. То есть тогда вариант, что мы идем на работу, трудимся с той мотивацией, которая у нас есть, и стараемся жертвовать. То есть какие-то плоды мы стараемся посвящать Кришне. Появляются плоды, мы стараемся посвящать их Кришне. Хотя бы часть, но что-то для Кришны подносить. Это следующий уровень, который описывает Кришна. И дальше он еще описывает уровень. Он говорит, что если же ты не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знания, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение. По сути, что мы получаем в ИСКОН, когда приходим, помимо милости саду? Это очень сильная образовательная система. Как минимум нас берут с самой нижней ступени, которую здесь описывает Кришна, и тянут наверх. Нам дают, у нас знаний на каждом шагу дается. Шримад Бхагаватам повсюду читается. Семинары проводятся, бхакти правеша, бхакти ашрая, бхакти шастры идут. В отдельности преданные выезжают, приглашают старших. Для чего? Чтобы получить знания. Для чего получить знания? Чтобы начать свой путь отречения и предания Кришне. И нашим итогом должно стать сосредоточение своего ума на Кришне, Верховной Личности Бога. Направить на Него весь разум и так всегда жить в Нем. И в этом не может быть никаких сомнений. Поэтому все нормально, есть, ну, поступательное движение. Да? То есть мы, конечно, наш ум, он хочет сразу запрыгнуть на уровень Уттама-Адхикари. Почему? Потому что мы видим эти примеры. И в какой-то момент мы вдохновляемся, они на самом деле нас тянут. Мы видим, саду приезжает, и видим, что это за уровень. И, конечно, нам хочется тоже туда. Но мы должны понимать, что процесс поступательный. Если мы упали где-то в Сочи, то подняться где-нибудь в Санкт-Петербурге не получится. Нужно этот путь пройти. Нас призывают идти этим путем как можно быстрее. Хари Кришна. Грантарад Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шипрабхупада Ки Джай. Вы о Киме говорили, кто он, у него отец. И каким божествам он поклоняется? Кима? Я не знаю, каким божествам он поклоняется. Отец у Пхимы – бог ветра Ваю.